Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре будет насос Урал. Мне частенько приносят аппараты, которые с рынка, то есть продавцы и знакомые, которые торгуют электроинструментом, насосами и прочим. И вот они носят то сварочные аппараты, то насосики приносят для ремонта. Бывают возвраты после того, как купили. И вот очередной возврат. Это у нас насос Урал. УР-372. 372, 90 литров в минуту, максимальный подъем 30 метров. Диаметр выходного патрубка 25 миллиметров. И бла-бла-бла. Достаем. Вот у нас бумажка и уплотнение. И сам насос. Первое, что бросается в глаза, конечно же, шнур. Разный шнур. Похоже, от микроволновки. Термоусадкой обжат. На вопрос, что с ним такое, продавец пояснила, что продавец женщина, кстати, пояснила, что продала, потом вернули, сказали, что якобы не хватает одной из фаз. Хотя насос-то однофазный. Ну, недолго думая, мы включаем его в розетку. Он работает. Еще там вода есть. Вот, я его, кстати, первый раз включил. Вот, что им не нравится, я не знаю. Ладно, сейчас водичку сольем, включим еще раз. Включаем. О-о-о. И два крутит. Бешеная, конечно, просадка. По напряжению будто, блин, 3-киловаттный какой-то ключ. Сразу оговорюсь, у меня ранее уже приносили подобные экземпляры в ремонт. Были даже такие, у которых в обратную сторону ключатка крутилась не туда, куда нужно. В общем, чаще всего на заводе вот соединение. Или спешат, наскоряк делают, или еще что-то. Ну, не знаю, тайна прикрытая мраком. Ну, правильно соединено. Ну, будем смотреть. Пахнет так горячими обмотками аж. О, глаза заслезились. Фу. Вот это вонище. Ну давай посмотрим. Режим сопротивления 200 Ом. Вот он общий. 32 и 8 Ом. А, ну правильно, вот тут обмоточки перепутали. Пусковую посадили вместо рабочей. На рабочую обмотку посадили конденсатор. Ясненько все, ясненько. Сейчас я это все переключу и попробуем запустить. В общем, подсоединил я все как надо. Рабочую обмотку соединил, крутанул, все запустилось. То есть рабочая обмотка оказалась рабочей. А вот когда подсоединил конденсатор, было превышение потребляемого тока. После чего начал нагреваться движочек. Вот. После вскрытия вот такое вот было обнаружено. Ну, это стоило ожидать, потому что или с завода, или уже люди сами поковырялись, я не знаю, в результате чего у нас была подключена пусковая как рабочая, рабочая как пусковая. Пусковая у нас обмотка тоньше, к тому же алюминию намотана. Вот видно, это алюминь. А вот приказала долго жить.
В принципе, перемотать можно, но опять же, захотят ли люди это мотать, не захотят, узнаем позже. А вот из-за чего это все случилось, какие последствия были, какие причины, этого мы уже не узнаем. А результат виден. Вот так вот. А ведь все чаще и чаще носят аппараты, которые только вот с завода упакованные, включая, что они не в ту сторону крючатка крутит, то вот так вот обмотки путает. Тоже не знаю, в связи с чем это связано. Видать, рабочих подгоняет быстрее и быстрее, штампует, только успевает. И вот он результат. Ну, конечно, алюминиевые обмотки уже не удивляет и не радует. На этом все. Всем пока, ставим палец вверх, подписываемся на канал, заходим в описание, подписываемся на группу ВКонтакте, спрашиваем, что интересует, делимся мнением. И хотел бы небольшой постскриптум сказать в плане того, что сейчас жалуются, почему ты так грубо отвечаешь, почему ты людей унижаешь. Я людей не унижаю, просто те, кто начинает писать со слов «ты дурак» или «ты дебил», естественно, получает соответствующий ответ. Вот, поэтому если вы хотите, чтобы с вами культурно общались, тоже общайтесь в комментариях культурно, как со мной, так и друг с другом. Не стоит разводить срач, потому что помимо моего канала есть много каналов, где можно простираться друг на друге. Поэтому, как говорил кот Леопольд, давайте жить дружно. Вот. А на этом все. До новых встреч.